Привет, дорогие друзья! Сегодня у нас супер обзор, в котором я расскажу, что же можно подарить своему дорогому человеку, который увлекается фотографией, ну или планирует увлекаться в пределах 1 000 000 рублей. На самом деле сумма эге-гей большая, хотя в границах фотографии, поверьте мне, она не очень большая, но все-таки уже можно чем-то разжиться. Конечно, вы можете купить своему родному человеку топовую камеру, например, немножко объективов. Можно купить не очень топовую камеру и всю линейку объективов. Берете и покупаете. Всю линейку объективов тоже можно купить. Но сегодня я хочу рассказать вам про совершенно классную вещь, которая станет символом престижа, символом такого, знаете, эге-гей. То есть, когда вы будете приходить куда-то на съемки, доставать эту вещь, эту камеру, все будут закатывать глаза, говорить: «О, боже мой, она у него есть!» На самом деле, в Новосибирске, я вам скажу, что таких камер, наверное, штуки две. Что же это за камера? Обязательно подарите своему человеку Лейку. Лейка – это великолепная вещь, это легендарная камера. Ну, простите, у меня сегодня дубликат, муляж. Как я уже говорила, в Новосибирске их совсем мало. Но они того стоят. Чем хороша Лейка? Ну, во-первых, вы можете поливать из нее цветы. Во-вторых, на такие камеры снимал легендарный Cartier-Bresson. Вы не знаете, кто такой Cartier-Bresson, тогда идите поливайте цветы, дорогие друзья. Либо вы можете просто отдать этот миллион мне. Это тоже будет отличный подарок мне на Новый год. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажать на колокольчик, иначе вы пропустите новые обзоры и много всего интересного, что есть на моем канале. Все, пока-пока!